Друзья, всем привет! Давно хотел сделать обзор приложения FaceApp. Только что открыл его, значит, нажал на фотографии, сделал фото свое, вот, на камеру. Ну и теперь самое время. Давайте еще раз сделаем, чтобы вам прям показать все, как необходимо сделать. Ошибка камеры. Но ничего страшного, там ошибка, но все равно он делает, все нормально, все проходит. Итак, друзья, теперь смотрите, здесь у нас улыбки. Давайте сделаем улыбку, потому что у меня маленькая улыбка, оригинал. А вот так с улыбкой, друзья. Вот, видели, да? Смотрите, насколько я оригинал и насколько я улыбающий. Широкая. Но это уже про-версия, тут уже надо платить. Нет, оригинал. Ну, пока нет, пока не будем улыбки. Бороды, да, нужна борода, потому что у меня сейчас нет бороды, а надо побольше бороды. Вот, вот эта борода, еще больше. Нет, это опять про-версия. Ну, хипстер, вот так, согласитесь, я лучше выгляжу. Или нет. Пол, теперь давайте поменяем мне пол. Ну, допустим, вот они, бесплатные версии. Женщина 1. Я вам отвечаю, я похож на свою сестру. Вот я вам отвечаю просто. Как так? Или вот женщина 2, друзья. Вот реально похож. Как так? Ладно, применяем. Теперь давайте возраст. Оригинал. Ну-ка, молодой. Так, друзья, тут если возраст, надо тогда отменять пол, да? Тогда надо отменять пол. Сейчас я вот так сделаю. Так, пол тогда давайте отменим. Оригинал. Сделаем оригинал. Нажимаем нет, пол все-таки оригинал и применить. Все. Теперь возраст. Возраст. Оригинал, молодой, один, молодой, два, молодой, три. Крутой старик. Давайте, крутой старик. Каким я буду крутым? Давайте. Вот он. Вот. И далее. Или молодой, крутой. Вот вам молодой, крутой. Вот еще молодой, крутой. Очень странно такая. Ой, я бы не сказал, что это круто. Давайте все-таки вернемся к оригиналу. Друзья, ну что же. И прически. Цвет волос, очки. Давайте все-таки еще очки наденем, потому что все-таки, ну, не про версию, но хотя бы так. Вот. Вот, с очками-то я совсем веселее. Также, друзья, вот так вот. Я думаю, что вы поняли, как все делать. Давайте вернемся сейчас. Крутую причесочку себе я сделаю. Вот такие вот волосы. Вот, видели? Вот, как надо. Ладно, тоже отмена. Но давайте все-таки кого-то надо оставить. Давайте все-таки пол. Вот мне кажется, вот эта девушка больше всего на меня... Нажимаем «Применить». Так, и нажимаем справа сверху сохранить. И вот все, сохранили нашу фотку до и после. Теперь смотрите, отклоняем предложение. Есть до и после, FaceApp. И теперь нажимаем еще раз сохранить. Еще раз. Вот, так что и можно тут же внизу, видите, отрепостить. Есть гифка. Смотрите, не-не-не, нам надо вот такое вот. Еще раз сохраняем. Да, успешно сохранено. Также, друзья, вот и все. Давно хотел сделать обзор на FaceApp. Отличное, крутое приложение. Мне очень понравилось. Так что ссылочка будет, как всегда, в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания.